В минувшую пятницу в Перми состоялся очередной фестиваль телерадиокомпании малых городов Пермского края «В семье единой». В его рамках традиционно проводится конкурс профессионального мастерства телевизионщиков. «Конкурс ТВ» редко возвращалась с него без наград. Не стал исключением и нынешний конкурс. Звание лучшего видеооператора вновь подтвердил Вячеслав Алексеев. И он же соавтор проекта, признанного лучшим в Пермском крае.